Он заслуженно получил Нобелевскую премию по литературе, и он же призывал США нанести ядерный удар по СССР. Победитель по жизни, вошедший в историю со своей «Викторией», страдал от приступов тяжелой депрессии, которую сам называл «Черный пес». За более чем полвека на политической арене он познал блистательные взлеты и катастрофические падения. У Черчилля был так называемый «комплекс отца». Он всю жизнь хотел доказать папе, который считал Уинстона потерей для общества, что он чего-то стоит. И в этом Черчилль преуспел. Заикающийся и шепелявящий ребенок стал блестящим оратором и выдающимся политиком. Белград, Бухарест и София. Все эти знаменитые города с населением вокруг них находятся в том, что я должен назвать советской сферой. Как политик был коварен и жесток, исповедовал принцип делать гадости чужими руками. Дожил до глубокой старости, умер от инсульта в 90 лет, погребен со всеми мыслимыми почестями.